День скорби в Беларуси 75 лет назад. Нацистами уничтожена Хатынь. Сегодня во всемирно известном мемориале состоялся митинг-реквием. Со стороны, откуда 22 марта 1943 года пришла беда, тысячи благодарных потомков. Цветы победы, красные гвоздики к ногам непокоренного. Иосиф Каминский спасся, чтобы рассказать правду о трагедии такого же солнечного дня, который обернулся ночью. 149 человек, 75 детей, самому младшему было всего-то 7 месяцев. Каратели заживо сожгли в сарае. За годы войны судьбу Хатыни повторили более 600 белорусских сел. Те, что не возродились на единственном в мире кладбище мертвых деревень. Первым к вечному огню венок от президента и минута молчания у трех берез, символа каждого третьего белоруса, погибшего в Великую Отечественную. Помнить это нужно и мертвым, и живым. Недооценить или переоценить – это просто невозможно. Это мы должны помнить. В словах президента, которые были сегодня обращены в адрес нашего белорусского народа и всей общественности, прозвучало именно это. Та трагедия, которая произошла 75 лет назад, всколыхнула весь мир тогда и сегодня, я думаю, не оставляет никого равнодушным. И поэтому, конечно, мы должны и на государственном уровне, общественные организации, просто каждый человек в нашей стране помнить и ценить то, что сегодня мы имеем. Мир, спокойствие, возможность мирно работать, учиться, реализовывать все свои планы и задумки. А та трагедия останется навсегда в наших сердцах, в нашей памяти. И мы должны и обязаны передать это последующим поколениям, чтобы никогда то, что произошло много лет на нашей земле, не случилось вновь. Этого допустить мы не имеем права. Печальному звону колоколов Хатыни сегодня вторила всебелорусская молитва, одна для всех христиан, иудеев и мусульман. Свои головы склонили представители разных национальностей и поколений. Только в прошлом году мемориал посетили около 227 тысяч человек. Немало говорили сегодня о том, что место Хатыни в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.